Глава Среднеазиатского митрополитчьего округа посетил с архипастырским визитом женскую обитель города Дустабада. Митрополит Ташкентский Узбекистанский Викентий совершил божественную литургию в Свято-Покровском монастыре и диаконскую хиротонию. История Покровской обители берет свое начало с 1990 года, когда она сначала служила подворьем Свято-Николаевского монастыря в Ташкенте, а затем в 1998 году была преобразована в самостоятельный Свято-Покровский женский монастырь. Все эти годы при активной поддержке правительства Республики Узбекистан шла непрекращающаяся работа по реставрации храмов обители, а в марте этого года состоялось торжественное освящение. За нынешней праздничной литургией митрополит Викентий совершил диаконскую хиротонию. Священный сан диакона сподобился получить монах Пантелеймон Дорышев, студент Ташкентской духовной семинарии. После таинства причастия владыка Викентий вознес свою святительскую молитву к Пресвятой Богородице, а в честь престольного праздника был совершен крестный ход вокруг храма. Обращаясь к молящимся со словами архипастырской проповеди, митрополит Викентий поздравил населения монастыря с двойным праздником и отметил, что Покров особо почитается нашей русской церковью. Из-за того, что мы очень любим Божью Матерь и глубоко верим в ее всемощный Покров, что она покрывает нас своим материнским покровом от всех бед и напастей, скорбей и болезней. И мы знаем из нашей истории русской церкви о том, что Пресвятая Богородица многократно через свои чудотворные иконы избавляла русскую землю от внешних врагов и от всяких различных эпидемий и трудностей жизни людей на нашей земле.